Если что, приезжай в Барселону. Друзья, привет! Меня зовут Раиль Арсланов, автор канала «Хижина музыканта». Большой вам привет из Парижа. Прямо сейчас отсюда хочу начать новый выпуск гитариста в чат-рулетке. Поэтому поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подпишитесь на канал. Кстати, в моем телеграме по ссылочке в описании найдете все MP3-версии тех каверов, которые я исполняю в этом видео. Поэтому погнали смотреть. Привет! Привет! Что сыграешь? Да там у вас шумно, имеет смысл играть? Чего у нас? Шумно, а имеет смысл играть? Да. Да. Стой, подожди секунду. Ты дурак, что ли? Все, давай играй. Звуки вибратора я сейчас услышал. Эй, я не понял, у нас что, шутники не работают, что ли, а? От кого вы слушаете из артистов-то, чтобы сыграть? А ты коржа можешь? Коржа тебя спрашивает. Вообще без проблем. Давай. Так, да. Любую, что ли? А, знаешь такую? Сталь. Да. Хорошая песня. Смотри. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, пред которыми бессильны, и города, где максимум места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моя жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. А чё нам? Останься моей подругой, слизывать соль морскую. Один миг с тобой, чего только стоит. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Мощь. Молодец. Спасибо. Друзья, вы знали, что чат-рулетку создал наш московский программист Андрей Терновский в 2009 году и стал миллионером. Школьник Андрей Терновский создал сайт на миллион долларов. И сегодня IT-специалисты востребованы как никогда. Дефицит таких специалистов только в России составляет 1,5 миллиона человек. И поэтому сегодня я хочу вам рассказать о крутой профессии фуллстак веб-разработчик, которую вы можете обучиться в онлайн-школе Skill Factory. Skill Factory — это онлайн-школа, которая дает фундамент алгоритмического мышления. Это значит, что вы не просто механически освоите навыки, а сможете думать как программист и разрабатывать собственные методы решения сложных задач. На курсе вы получите сильную базу по PHP и JavaScript. Это позволит в рамках одного курса освоить фуллстак разработку, фронт-энд и бэк-энд. Если вы думаете, что обучение максимально скучное затея, то вы глубоко ошибаетесь, потому что курс состоит из 80% практики и 20% теории. Кстати, сейчас я нахожусь в Италии, в Венеции, и если бы я обучался на курсе, я бы смог взять паузу или обучаться прямо здесь, потому что на курсе ты сам выбираешь время обучения и нагрузку. И самое интересное, зарплата подобных специалистов начинается от 120 тысяч рублей и может расти с развитием ваших навыков. Я лично рекомендую вам обучаться именно в Skill Factory, потому что у ребят отличные отзывы на независимых ресурсах. Поэтому переходи по ссылочке в описании, становись высокооплачиваемым специалистом и даже создай свой сайт по типу чат-рулетки, пока это не сделали другие. Кстати, по промокоду Хижина ты получишь 45% скидку. Работаем. Короче, ребята, экстренное включение из Испании, а конкретно из Барселоны. Вспомните, ровно полгода назад в чат-рулетке я познакомился с русскими девчонками, которые оказались моими подписчиками. Еще одна из них была моя ученица, училась играть на гитаре. А вы что, реально из Испании, что ли? Да. Я не верю, блядь! Слушай, а давай обменяемся инстой. Давай. Так у тебя... Если вы реально из Испании, я предполагал в конце января прилететь реально в Испанию. И сегодня мы приехали специально в Испанию, чтобы спеть ту же самую песню, что в чат-рулетке, специально для нее. Прикиньте, такого еще не делал никто. Поэтому обязательно поставьте лайк и погнали, поймаем ее. София. Равиль. Привет. София. Я тебе спою ту же самую песню, которую спел чат рулетки. И все? Окей? Подпевай давай. Йоу! В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Туля.
поле в радиусе метров воцарился жесточайший хаос. Когда всем понятно стал, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не спи. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как бы считал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить в кайф. 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 Да, смешно. Ой, вся спина похрустела, извиняюсь. Кайф. Боже, я думала на самом деле, что он забыл про меня. Это было полгода назад, серьезно. Он хранит свое слово, и это очень ценно. Увиделись вживую, друзья. Я думаю, это еще никто не делал, чтобы познакомиться в чат-рулетке, да, и встретиться вживую в чужой стране за 3-9 земель от России и спеть ту же самую песню, да? Да. Тебе понравилось? Безумно. Кайф. Как ты? Нормально. Нормально. Я тут песни пою, как ты видишь. Что ты любишь? Хочешь послушать что-нибудь? Все, что было, да, меня обнуляй. А что-нибудь другое? Нет. Какого-нибудь, любого. Так, у нас есть корж русский, корж белорусский, есть корж американский, правильно? Макс Корж, который. Да, по-русски, да? Все. Давай, 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 давай. Какая твоя любимая из коржа? Я не знаю. Какую ты помнишь? «Пламенный свет», помнишь такой? Нет. Трек? «Мотылечек»? «Мотылечек» поет. А, естественно. Сейчас. Ты будешь петь? Ну что ты, братишка, притих? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра, валил в нее столько бабла. Ты думал лишь ты и она, и спокойно ладил дела. Сколько потерянных дней, конечно, может быть всякое, но только не с ней. Сколько потерянных лет, обиды прожигают грудь до боли сильнее. Ничего, потерпи месяцок, ты это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый мотылек в твоих глазах станет обычной тварью. Я затолкаю тебя в тачку силой и отвезу тебя к пацанам. Там банька, рыбы и пива. Братишка, я тебя сдохнуть не дам. Сколько в мире девушек красивых, искренних, верных, да и простых. Такая вот терапия. Будет еще болеть, но ты держись. Очень красиво, ты молодец. Спасибо. Как сидится? Как отдыхается? Ну вот, пиво пьем. Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво! Привет! Привет! Сыграешь на гитаре? Да, могу. Охренеть! Давай, я послушаю. Это кто? Че сыграть? Сейчас. Какая любимая группа? Это... Да! Давай на свой вкус. Это сложно. Давай авторскую тогда, если хочешь. Свою. Окей? Okay? Просто хилья. Я надену. Нам по 17, все впереди. На крыше тусовки, где встретим мы рассвет. Забыв интернет, мы знали в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Если будут искать, им не говори, где мы потерялись одни. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент.
У тебя так классно получается? Ну, подожди, ты же вроде профессия. Популярный блогер, так? Хижина-музыкант. Ну, я уже спасибо, слышу все. Хижина-музыкант, да. Да, а вы что, просто так сидите? Нет, знаешь, я просто ищу интересных людей. Сидела весь вечер одна, и тут они видят популярного блогера, и вау. А, здорово. Жаль, не попали в кадр вовремя. Я рада, я рада, что ты попался мне. Это очень классно, обожаю твое творчество. Привет. Привет. Как делишки? Знаешь, сидишь? Да, песни всякие, наярю. Прикольно. Чё любите? Мы вот чай пьем, мы все любим. Абсолютно. Назови любимых артистов или исполнителей. Тяжело, я меломан. Я запоминаю не по... Не по артистам. Не по исполнителям, а так, типа, просто мне нравится и все. Вау. Ну, блин, не знаю, что тебе может понравиться, точнее, вам. У вас там много? Да, двое. Ну, вот эта песня очень нравится девчонкам, не знаю. Сейчас попробую. Это. Она любила розы, но розы на морозе не прижились. Душа ее летела, к нему она хотела, он не смог простить. Ой-ой-ой, сердце думай головой. Ой-ой-ой, так красиво и умна эта девочка. Больше не твоя. Прикольно, ты красиво поет. Спасибо. Меня прикольнула кружка подружки. Это не... Хочешь? Не, сейчас другую. Никогда другую кружку. Сейчас, короче, она в раковине стоит. В общем, у нас у девочки недавно было день рождения. И, ну, короче, был локальный мем. И мы ей подарили вот какую кружку. Да хлебу. Вот. Ага, четко. Прикол. Вообще. Вообще поэтому молодцы. Она лучше, чем вот эта. Это, эту подарили нашей соседке, которая от нас ехала, а кружка осталась. Гениально. Ну а если вам понравился выпуск, ребята, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, какая реакция вам зашла больше всего. Подпишитесь на канал и до скорых встреч.